И всем привет на SkyChange вместе с Альбинусом. До свидания. Вот, сегодня я решил все же начать делать мощные машинки. Это задача не самых легких, поскольку это многоблочная структура. Нам надо радиатор блок. Медь, сталь и ватер. Купер. Ой, за многое. Так, и ватер бакет. Я вот не помню, сколько получится из одного блока. Так, сталь где-то у меня тут была. Вот. Так, вот этих вот надо 4 штуки, насколько я понимаю. 2. Одного блока стали не хватает. Так, сталь. Так, еще один, пожалуйста. Так, 4 штуки вот этих надо. Так, остальное можем сдать. Дальше, судя по книге, надо будет немножко вот этих вот рецепт, да, и так, этих штук. Так. Ты не мешайся, я лунный характер строю. Это, дай. Так, эти есть. Дальше, что у нас еще есть? Steel Fencer, по-моему, пригодятся. Ладно, не знаю, пригодятся, не пригодятся. Steel Rod вот таким способом делается. Так, давай сюда. Так, еще надо сталь. Стали нам понадобится много на это дело. Так. Так, подождите, я, наверное, посчитаю, сколько мне надо, чтобы лишних не делать. Это надо, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, значит, вверх тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, сейчас. Так, вот этих нам понадобится 26 штук. Довольно-таки много, я бы сказал. Ну ладно, сделаем. А, они еще и по 6 делаются. Так, 26. О, ровно. Ровненько. Так, Redstone есть. Дальше эту штуку смотрим. Хеттеры есть. Этих штук надо. Так, Light Engineering Block, Iron. Так, Engineering Block, я где-то складывал. 9 штук таких. 9 штук таких. И Heavy. Сейчас посмотрим, сколько их нет. Так, и Heavy 5. И потом вот эти вот еще. Так, и 15 вот этих вот штукенций. Steel Shades Metal. 15. Значит, они у нас получится как бы 16, да? 16. Где мои инструмент? Вот он. Так, инструмент 16. Это раз. 4, 5, 6, 7, 8, 12, наверное, надо будет сделать. Так, 16 шип. Так, 12. Еще надо. Раз, два, три, 4. Расколбашиваем пластины и делаем. Раз, два, три, 4. Так, вроде бы все сделал. Фу. Так, эти, значит, скидываем сюда. Роуды сюда. Это сюда. Так, Steel Fences, я хотел взять. Так, идем сюда и начинаем складывать машинку. Так, она у нас будет, наверное, стоять где-то тут. Ставим Fences, и они не обязательно. Это вот я так хочу, чтобы у меня машина была на один уровень выше. И начинаем смотреть. Так, я нажал паузу. Так, паузу отпустили. И пауза. Вот.
Эти железные блоки, это так, три. Угу. Раз, два, три. Так, и раз, два, три. Так, берем вот эту штуку. Так, ты. Раз, раз, два, раз. Это так, два, два и охладитель. Так, блин, я, по-моему, не так строю. Ладно, будем строить маш в эту сторону. Мне надо, чтобы колесо было тут. Ага. А если чтобы колесо было тут, значит я его неправильно строю. Так, идите сюда. Так, тут у нас еще колесо стоять будет. Значит, так, переделываем. Раз, два, три. И так, блин, как я быстро бегаю. Два, три. Талмуд. Ага, значит, то у нас тут, значит, тут два этих вот шица. Раз, два, охладитель. Ну, по-другому строится. Раньше было по-другому. Так, и раз, два. Лайт, этот самый блок. И тут вот это во, да? Что-то такое, да? И тинг. Один, один, блок. Ага, правильно, так. Выше. Примерно так же. Так, тут идут у нас heaven блоки. Ой, heaven. Heaven блок. Тут redstone. Дальше. Ага, тут можно сразу три поставить. Так, ты не мешайся. Три легких блока. Дальше наверху три шица вот этих вот. Три. Дальше. И все вот этими забить. Раз, два. Тут тоже железные идут. Так, так. Так, дальше. Так, не вниз. Так, это мы сделали. Тут лайтовский и тут хард. Так, хард. Тут у нас идут три лайт. И все остальное остальными щицами. Так. Дальше. Последний. Последний. Три лайт. Последний три лайт. Два охладителя. Черт, что тут хай. Хай. Тут хай. Охладитель. Ага, забыл уже. Хай. Два охладителя и легкие блоки. Раз, два. И легкие блоки. Так, раз, два, три. И что тут у нас стоит? И, черт побери. И сталь. Во. Лунный трактор вроде бы как собрал. Так, что ли, он собирается, да? Так, дальше колесико. А как она строится? Так, оперейт колесико. А, его показано, что надо было. Вот где оказывается. Так, вот это где строится? То насчет против чего? Так, она раз, два, три. Угу. Так, раз, два, три. Ну, наверное. Ага, наверное, надо сейчас дыркнуть молотком по нему. Чпок. Ага, лунный трактор готов. Значит, вот тут вот вторым. Так, а, мне сталь надо. Так, ставим сталь. И обкладываем все это дело вот этими штуками.
Лунный трактор. Так, как он там дальше у нас выглядит? Обложили одним, тут три. Ага, ясно. Нет, не. Так, раз, два, три. Сталь. Так, и тут надо три положить. Раз, два, три. Значит, тут у нас будет сталь. Тут сталь. Тут сталь. Не, не тут, не тут сталь. Тут сталь. Тут раз, два, три. Вот. И вот для чего я делаю он чуть повыше. Так, тут тоже три, наверное, пойду, да? Раз, два. Так, раз, два, три. Так, там такое ощущение, что я неправильно сделал. Ага. А, не, все правильно. Сталь вот тут вот стоит. Где тут? Уберем лишнюю землю. Так, если я все правильно сделал, то оно должно сформироваться в кайосика. Так, 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 так. Там сталь есть, есть. И почем надо опять по этой штуке грохнуть? Собирайся, машинка. Что не так? 3, 2, 4. Так, 5. Может, тут блок земли мешает? Так, еще смотрим. Ну, это по мне блок of steel, да? Steel. И что не так? Ладно, сделаем по-другому. Как вели и смогли. Вот. Так, может, ее полностью собрать надо? Да. Так, где этот щит? Вот он. Вот. Так, вроде бы, да. Ага, так. И собираем. Во! Агрегат. Только он, зараза, опять не так стоит, как я хотел. Где ты, курица? А? Ладно, живи. Так, значит, чтобы она нам работала, нам надо выключатель. Левер. Левер. Так, high voltage. High voltage. Чё? High voltage. ХВ. Что-то не понял. Это выше ХВ. А, МВ. Не High Voltage. МВ пока мисс. МВ. МВ реле. Эти возьмем. Нитки. Что еще надо? Ящик. Чест. Ну, алхимикал чест возьмем. Так, дальше. Так, подвести электричество надо. Ага, так, значит, сюда подаем. Так, 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 так. Ага, значит, сюда ставим. Допустим, сюда ставим реле. А вот на этот столбик. Не, не подойдет на столбик. Как же тебя тут поставить-то? Надеюсь, добьет. Чпок. 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 Подаем электричество вот этой штуки. Надеюсь, не заденет. Последний. Дотягивайся.
Дотягивайся. Дальше сюда ставим вот эти вот. Она требует, эта машина, 4000 УИ и этих РФ за тик. Поэтому подаем энергия. Вот. И она пошла копат. Сюда подаем ЧСД. Сюда ставим левел. Левер. И таким способом мы можем его вырубать. Вот, что-то пошло. Вот, видите, оно тут. Она сюда автоматически выталкивает. Так, что у нас пошло? Голд, купер, никель. Вот. При условии, что у нас тут ничего нет, она что-то копает. Вот, и она будет у нас, насколько вы помните, копать очень долго и упорно. Она будет нам выкапывать... Так, она нам будет выкапывать 38 тысяч орс. Это займет 15 часов с копейками натурального времени. Вот, только, правда, она нам сейчас энергию сожрет. Ай-яй-яй. Вот, лунный трактор мы запустили. Это, как говорится, на свободную тему все было. Это по правилам не нужно. Так, это у нас EMC не имеет. Это мы возвращаем, это Stealth Mate возвращаем. Так, это пригодится, молоточек пока мы откладываем. Так, это мы скидываем сюда. Инженер, нет, не надо. Так, Stealth, вот это сюда. Ну, в принципе, для этого и делал все. Так, что у нас с энергией? Конечно, это все дело сейчас у нас быстро разрядится. 4 миллиона. Так, что у меня там попало? Яйцо. Ну вот, она по чуть-чуть копает нам. 10 голда, купер. Так, нам это все надо перерабатывать. А перерабатывать мы это все можем в такой штуке гриндер, крашер. Легкие пути. Так, значит, нажимаем на паузу. Это быстрее будет. Так, опять эти воронки и все. Ну, эту штуку, я так думаю, мы можем построить. Значит, это нам надо. Steel sheets не надо, heavy не надо. Light. Так, нам надо эти. Так, ладно, я посчитаю. А, хотя считать-то не надо. Там все написано. Steel Shuffle. Это 10 Steel Shuffle. 10, да? У меня ни одной нет. Нету. 10 шаффлдов. Где-то Steel Rod'ы были. Вот они. Steel Rod. Steel Rod'ы. Так, раз-два. Так вот. Раз-два. 12. Ну, тоже неплохо. Так, дальше. Redstone Engineering Block. Это у нас можем взять Redstone Engineering Block. Есть. Так, 10 Light Engineering Block. Light League. Я говорю League. Это так, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, это мы скидываем. Дальше Steel Fence. Steel Fence, рецепт по 3. Так, раз, два. Так, по 3 говорите, да? Надеюсь, хватит. Ну, чуть больше, чуть меньше. Так, 14. Ладно, хорошо, есть. И дальше Steel Fence, 9 хопперов. Хопперов. Ну, этого добра навалом. 9. Чпок. Так, мы все имеем. 5. Не падай. Так.
Ага, война войной, а криперы по расписанию, да? Ух ты ж, какой-никакой. Так, Шона с энергией. 4 миллиона, 4, ну, по чуть-чуть тратится, да, ну, плюс мы не идем, так, а чего этот, 0, 0, 2, 2, ну, короче, скоро уйдем в 0, ясно, так, что он нам накопал, 50 купер оры, голд оры и никель оры. Ладно, это не важно. Так, это мы уже знаем, что у нас тут разработка. Так, и как это дело строится? Строить. Так, а какую у нас штуку? Так, вот она так у нас выглядит. Сюда подается, сверху подается, сюда выкидывается. Ага, значит, нее надо строить. Так, то мне надо строить. Редстоун блок должен быть с этой стороны. Так, то строить. И так, сколько тут? Раз, два, раз, два. Так, редстоун с этой стороны должен быть. И, нет, с этой, да? Ага, вот. Так, шаффлды. 6 штук ставим. Раз, два, три. Не по центру. Ведь. Так. Так, две штуки. Эть. Ну, надеюсь, ты там и должен стоять. Так. Нет, ты не должен. Тут два инженерных блока. Так, два инженерных блока. Обкладываем это все шаффлдами. Да, так. И еще инженерные блоки. Так, следующий слой пирога. Ага, так, посередине и три. Так. Раз, два, три. И тут все вот этими вот штуками обкладываем. Ага. Вот, что-то получается. Так, надеюсь, получается. Еще все. И сюда 9 воронок. Ворон. Ак. Так, воронок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И чё, тырк, и у нас получится то, что... А, тырк, чем тырк, если у меня нету чем тыркать. Иди сюда, где тыркалка моя? Вот она, тыркалка. Ну, и куда тыркать? Чпок, нет. Чпок, нет, чпок, нет, чпок, нет. Так, что не так? Так, проверю, что не так. Сформировалось, в общем. Так, отсюда у нас лут выходит. Тут подаем энергию, тут подаем лут, да? Ага, лут. Энергию мы тут подаем, я так понимаю. И у нас, наверное, эта штука остановилась, да? Мы разрядили свою энергию. Ладно. Копись. Два. Так, а сколько ты потребляешь, интересно? На сколько вольт ты работаешь? Squeezer, Refinery, Crusher. Sys Power Supply into... Crusher. Ладно, пошли возьмем Heavy. Так, о, возьмем твою душу. Да, блин, что ты привязался? Какой-то сумасшедший, блин. Что это было с ним, а? Так, 17, 18. Так, сколько у нас энергии? 11, а было больше.
Так, это мы сюда. Ладно, сейчас. Так, ну смотрим. M voltage работает. Мне надо M voltage. Это что такое? Подождите, где тебе эта энергия подается? Не, ну подается она тут. Только что-то она как-то не того. Ладно. Не в этом суть. Посмотрим, подключается ли она. Подключается. Так, что бы нам тут такого придумать? О, давайте. Страхи, бабахи. Так, ты душу дай сюда. Вот, берем. Дети, никогда не играйте с машинами, которые не знаете, как работают. Так, иди сюда. Свинка. Ай, вот. Блин, не туда ж подсоединил-то. Ёшкин кот. Я хрен подсоединю. Так, значит, мне надо... Реле. МВ, вольтаж, реле. Вот, теперь, наверное, хватит. Давайте столб возьмем алюминиевый. Алюминиум столб. Давайте два. Наверное, красивее так будет. Так. Это как-то стоит тут на земле. Некрасиво, да? Так, ладно, я сейчас все переделаю и вернусь. Так, вот, вышла такая проводниковая эра. Ну, можно... что было? Свинка, ты сама сдохла? О! Значит, эта штука работает. Так, я так полагаю, что она работает у нас, видите, свинка попала и... Ну ты, свинка, попала. Так, это выкидываем и... Так, где у нас тут chest? Так, где у нас тут chest, alchemical chest? Вот, значит, чего я там хотел. Так, сюда ставим chest. Сюда отправляем следующую неосторожную. Главное, самому не влезть. Ага. Так, теперь можем кинуть, допустим, 6 никелевой руды. Только что-то анимация отключена, по-моему. Тинг-тинг-тинг-тинг-тинг. Так, все работает, все нормально. Вот. Ага, никелевый грит. Так, теперь у нас тут gold ore. Так, у нас есть такой вариант. Вариант. Так, у нас immersive engineering, да, да. Вот они. Вот оно. Splitting conveyor belt. Так, нет, не надо. Мне конвейер надо. Значит, как всегда, iron. Iron. Так. Так, сплитинг, так, литер, так, редстоун, блин, как он там пишется, этот литер, вот, плохо не знать английский, так, литер, так. 8. Давайте 9, 16 сделаем. И, по-моему, если... вот я одного видел человека, такую хрень. EMC стоит, да? Так, конвейеры. Так, 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 ага. Блин, куда я опять на лотопту сунул? Вот он. Так, он поворачивается, да? Вот, мы на нем можем кататься.
вот так вот у меня там стоят вот те серые эти. Так, ну мне, по мне кажется, если я отсюда возьму, отсюда возьму из креатива, то он не будет работать. Во всяком случае, да, видите, он не работает. Вот, так что считерить не получится. Так, и он даже не подходит. Так, эти забираем. Стоп, надо какие-нибудь камушки взять, и еще надо хоппер. Хьёпер. Хлопер. Так, мне надо еще вот такой конверт белл плюс железо. Конверт белт плюс железо 2. Вот, и какие-нибудь блоки. Ладно, возьмем титерит, как-никак у нас. Вот. Здорово. Так, значит, ведем конвейер. Нахрена эта дырка? Я не очень знаю. Главное, самому тут не попасть. Так. Так. И вот так, наверное, да? Ага. Вот. Так, конвейеры. Так. Так. Конвейер белт. Ага, это что, сбить надо, да? И конвейер белт. Ага, так. А что ты не забираешь, случай? Или ниже надо? Ну, во всяком случае, так. Ой, извини. Не тебе. Так, а где конвейеры? Вот они, конвейеры. А, ну. Так. Ага, тут надо не тебя. Блин, а тебя перемолоть-то можно, интересно, или нет? Да, блин. Так, хоппер и вот эта вот штука. Получаем вот такой вот. Не туда и крутится. Во. Хорошо. Зачем я сундук-то покрутил? Так. Ага, так, теперь берем, значит, руду, купер. Делаем. И смотрим. Иди сюда, давай покатаемся. Пришел, ударил, убежал. Где там? Вот, она все работает. Ага, работает. Значит, сундук, плиз нафиг. Вот, ставим сюда конвейер, где он? Ага. Включаем машин. Во. И у нас все перерабатывается, да? Чпок. Чпок. Главное сейчас запитать вот эту вот хренотень. Потому что ей энергии, как видите, не хватает. Вот, а отсюда можем поставить печку.
Вот, и она все будет подавать нам печку. Хорошо, все получается. Сюда можем тоже поставить. Ладно, пока мы вырубаем, у нас электричество. Кина не будет, электричество кончилось. Вот. Хорошо. Это мы, значит, тяжелую металлургию настроили. Осталось ее запитать. А чтобы ее запитать, нам надо. Ай, нам надо делать очень много. Мне для этого понадобится сделать машинный комплекс по переработке. Значит, нам надо сквизер, ферментер, рефинери и так, генератор, и дизель-генератор. Вот сколько нам надо всего делать. Дизель-генератор, он когда имеет, вырабатывает как раз столько, сколько, чтобы запитать вот эту вот супер-пупер агрегат. И это я все делаю не для того, чтобы выполнить какие-то задания, чисто, как говорится, по приколу. Вот. А есть у нас какие-нибудь high voltage capacitor. А, так это у меня есть high voltage. Если не ошибаюсь, high voltage capacitor, да? Я не ясно, сколько он у меня там наполнен. Чпок. Ай, вот она штука. У нас вообще заряжается или тратится весь на что-то? В принципе, по одному проводу. Так, 5 6 6. Ага, ясно. Так, и под конец насчет вот этого. Так, ладно, ты давай, все равно тебе энергии хватает, перерабатывайся. Вот это сейчас будет у нас все крушиться. Так, копер, голд, копер, так, никелюс. Нет, никель имеет, хорошо. Купер, конечно, будет тоже иметь. Вот, ну, допустим, берем все это и перерабатываем. Получаем, по-моему, даже плюс. Так, ложим одна звезда сюда, 28. Жик, и сколько получим? 28, никель. 8 положили, 12 получили. Надеюсь, правильно, да? 3. Ну, мясо. Шик, 3. Вот. И вот получили мы себе плюс. Так, AMC конвой, конвейер я, наверное, кидать не буду, потому что они есть не то, что надо. Так, это сюда, это сюда. Этот сюда. Ну, а этот у нас MC не имеет, поэтому голден лассо. Ну, голден лассо. Корст. Прокаженное голден лассо. Вот. Так. А где? Где вы, когда мне нужны? Где же вы, где? Так, 42, он еще работает? Ой, работает. Так, это включить, выключить, значит. Ну, запустил все, это уже хорошо. Так, ждем Андрюшу, мне нужен эндерман. Где? Давай, перегоняйся. Так, что у нас по 7? 14. Так, 14 миллионов. Так, 14 и тык-тык-тык. 15. Нет, не хватит. Мне даже на звезду не хватает. Ну что, будем копить энергию. Тут у нас жду, пока наполнится. О, иди сюда. Корстет. Корстет.
Хертер, редуцирует. Ага, 19 хертов у тебя должно быть. Мало. 12 хертов. До 5. 7. Редуцирует муст. О, Андрюша, мясорубка, о, эндурпел, хорошо, ясно, то чтобы получить жить на этого товарища в мясорубку, его надо немножко поубить, и только тогда мы его сможем взять. Вот, и кстати, нам эта информация очень скоро пригодится. Для чего, надеюсь, вы понимаете. Это надо будет делать крылышки из экстерротеритов по заданиям. Так, Корс. Тут, а, да, кстати, вот насчет этого. Пипез. Вот, берем пипез. Так, теперь найти тут, где тут ломать. Так. 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 Так, так, ага, так, ноды, 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 Transfer Fluid Items Nodes, так, значит, ставим сюда ноду, не обязательно ноду, если вы хотите только в систему забирать, то тогда вам надо будет тут ставить эти самые, так, 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 так. Вот, теперь у нас что-то есть вроде АЕ-системы. Вот, видите, все, что у нас лежит в ящиках, мы можем заказывать. Вот заказал чпок, он дала. Чтобы вернуть обратно, ложим сюда. И если у вас нету ноды, то вы ничего положить не надо. Но это вот видит все. Также у нас тут есть поиск где-то. Да, вот, все, что в системе, я могу, то есть эти ящики, они сейчас будут заполняться. Она куда-то там будет, все это так интересно, она, вот, видите, все показывает, сколько у нас хемпа, сколько у нас блоков стали, 64, что-то маловато, а сколько у нас стальных слитков, 64, а, ну, если больше 64, то он не видит, да, ну, ладно. Ну, то есть, до 64 умеет читать, так, 21 блоков коу. Блоков кол, не понял. Блоков кол кейка, ну понятно, 43 патрона. Вот, это что-то вроде АЕ-системы, ну, в принципе, пригодится, пускай работает. Правда, она кушает, как видите, 18 ГП из 38. Если мы не будем иметь ГП, то мы не сможем воспользоваться этой системой. Ну, пока если у меня ГП девать некуда, так что пускай она понемножку ест. Так, я, значит, ухожу на пенсию. В общем, так, это сюда-сюда. Так вот, ну что, сегодня неплохо поработали. Буду копить энергию. Эти, как видите, не тащут. Вот это у меня отдельная система, которая питает, она не может разрядиться, питает эти машинки. А эта система очень прожорливая, и она все еще работает, я так понимаю, да? Да, вот еще все работает. Так, надо защититься от каких-нибудь там посягательств на мою ферму. Ну, во всяком случае, ферму построил и работает. Значит, кто смотрел мою терраферма Крафт, терраферма Панк, значит, я там неправильно решил. Там надо было просто на все искать, где это все получить. Значит, она могла все там работать. Ну, а как видите, чем нравится мне эта фуранция. А, все же тратит отсюда энергию. Ну, в принципе, она и без нее работать будет, потому что ее питают вот эти вот два конденсера. Вот. Также можно ложить сюда любой уголь, топливо. Вот, ну по чуть-чуть еще вот машинка мне будет добывать. И, в принципе, на халяву. Так, наверное, комплекс обработки энергии будет стоять тут. Это надо будет поле сделать. Ой-ой, мне ж надо хемп выращивать.
Мне надо будет выращивать вот эти вот семена. Без них, по-моему, никак она работает. Без этих семенов нет. Семеней не работает. Ты, жулик. Жулик. Так я с ними не договорился. Так, ясно. Ну, ладно, на сегодня, думаю, все. Увидимся следующий. Так, посмотрим, что мы в следующей истории можем сделать. Это вот по чуть уже это сделал. Осталось вот этих два. Будет вот закончена ветка. Это под конец. Гастрономия, я сомневаюсь. О, это можем, наверное, сделать. Golden Apple. Golden Apple. Apple of the Eyes. Это, блин. Подождите. Golden Apple. Это какой? Golden Apple. Это какой? Так, Golden Apple. Ага, Touch of Midas, Cloven Water. Ну, в принципе, можем сделать, потому что я знаю, что простое яблоко, оно что, не получается. Так, как это хрен? Мидас. Мидас. Толчок Мидас. А в чем разница? Раз, два. И Гловинг Ватер. Ватер. Гловинг Ватер. Он что, не имеет этого самого? Имеет. Ох, ты чё, я уж не запомнил. Golden Apple, Glowing. Да, я его не... А может там есть? Glowing Water. Нету. Надо сделать. Glowing Water. Так. Ведро, Glowstone и панели. Значит, глаз. 2, 3, 4, 5, 6. Так, Glowstone. Так. Nether Wart. Дальше. Вот, что значит не записать. Так, Powder. И Water. Blue Water. Где? Как это? Вата делается? Ватер. Ватер. Так, вроде бы все, что ли? Ага. Так, значит, шесть этих разбиваем на панели. Панель у нас идет таким способом. Вода. Янта. Чё? А, Glowstone. Ладно, все равно попадет. Так, Glowstone. Так, давай, Glowing Water. Запомнил. Дай килограмм. Так, и золотое яблоко. Естественно, это надо запомнить. Так, есть complete квест climb. Что такое potion из чего-то? Potion second change. Рецепт. Potion of healing. Золотое яблоко. Оно у нас делаться не может, да? Ладно, тогда мы это возвращаем. Ясно. Так, и что там еще просили? Хлеб какой-то. Down. Glowing бред. Короче, от нас бред требует. Бред. Вот он. Dark Materia, Fairy бред. Ага. Это есть Бача Баквары. Это значит, пройдемте сюда. Так,
Так, что там требуют? Так, Ферри Бредс. Так, красный, зеленый и Дейблу. Реде краситель. Так, как он там называется? Yellow. Оксидейзи, ты какой цвет? Не то. Так, дангелион, желтый краситель. Запомни его, молодец. Так, дальше грин кактус грин есть. Дальше, что, бутер, я делал, когда делал, бутер, брод и булочка, please нафиг, потому что он невкусный, бред требует от нас, бреды, и стеклянная миска, если я не скинул сюда, нет, не скинул, так, бак. Вот она есть. Делаем вот эту вот фери. Хлеб. Так, баке. Иди обратно, запоминаем. И черная материя. Так, это и это. Glowing bread. Вот. You must complete. Что получали Fairy Bread? Climb. Что он дает? Можем есть? Тоже не можем. Ладно. Этот бред запомнили. Этот бред запомнили. Ну что, что с этим всем добром делать можно? Вы, наверное, увидите в следующей серии. Сдаем на наш склад вот это вот все, что нам не надо. Она, видите, забирает. Для того, чтобы быстрее забирала, наверное, надо ускорители поставить. Так, в экстро ускоритель золота и блок. Подождите, она имеет, не имеет РД. Так, раз, два, три и голды. Раз, два, три. Ускорителя берем. Раз, два, три. Это. Ставим в ноду, и она, наверное, быстрее забирать будет, я так думаю. Вот. Так. Чпок. Да, намного быстрее она забирает все это. Вот. Так, ты тоже иди сюда, стекла сюда. Ведро, не, ведро, а уже забрать нельзя, надо ждать, пока она сдастся, и тогда мы его сможем взять. Вот, ведро заказать, отдала. Во. Угу. Так, ты, товарищ. Вот, у нас это закончило переработку? Вот, закончила. Хорошо. А ты чё в угол встал, а? Чё в угол стоишь? Вот, и забыл сказать вот насчет вот этого вот кирки. Вот, она любит очень много больших, видите, наверху между Б и А идет полоска. То есть она в основном требует, чтобы я... Так, я где-то слышал. Что-то, не знаю, что-то подвисло. Ты. Вот, почему я люблю топор. С первого раза он убивает. Правда, я горю, но это фиг с ним. Голову заработали. Вот. Ладно, я уже и так, наверное, увлекся. Это было Альвинос и Короче, Exchange. Ставьте лайк, пишите комментарии. Пока я могу читать
ваши комментарии и отвечать на вопросы пишите. Потом, если, не дай бог, народу увеличится, я этого сделать не смогу, потому что вас будет слишком много. Такой я наивный, да? Ну ладно, спасибо. Пока. Увидимся.